Привет, земляне! Я Юрий Сутурмин, и вы на вашем любимом канале «Сельский шутенник» Юрия Сутурмина. Сегодня 18 октября 2022 года. Сейчас мы залезем в ульи и посмотрим, что там творится, сформируем окончательно гнезда на зиму. Предварительно перед этим я вчера вытащил полоски от клеща, которые поставил где-то полтора месяца назад, в начале сентября, и убрал ненужную здесь уже подкормку, которую пчелы уже перестали брать. Активно кормить я начал, значит, где-то в начале сентября, для того, чтобы пчелы заполнили рамки, и матка перестала червить, но уже на зиму. Потому что в то время расплода было, ну, полно. Ну и так, посмотрим, что там происходит. Итак, улей из ДВП, каркасный улей из ДВП. Значит, два слоя ДВП, в промежутке пустота. Слева и справа две семьи здесь у нас. Так, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рамок у нас. Сегодня еще прочистим чуть-чуть. Так, смотрим. Так, 8 рамок. Крайняя медовая, полная. Следующая. Полная. Ну, расплода не вижу, но на две трети она получается. Вот так, нормально. Дальше. Тает. Тоже вот так рамочка. Мы ее поменяем местами. Эту вот полную поставим сюда. Через одну ее. С пчелами аккуратно работаем, чтобы не придавить лишнее. Так, что тут у нас? Что-то. Ну, смотрим, здесь полная, здесь, ну, можно считать полная. Оставляем ее здесь на месте. Расплода нету. Даже язычок сделали. Ну там получается, что достаточно большое это было, наверное, сейчас.
Все. Язычок убрали. Там большое подрамочное пространство. И они тут сработали. Так у нас. Склеилось. Оп. Полное расплода нет. Ну и крайне мы доставать не будем. Но тоже. Хотя можно посмотреть. Тоже полное. Все прекрасно. Ставим все на место. Аккуратно. Итак, вторая часть. Утеплитель здесь кусок пенопласта. Смотрим. Там же вот стоит такая вот немножко. Чтобы доступа меньше бы не было одной половинки к другой. Здесь закрыто. Смотрим. Сколько 7 рамочек. Рамочек. Здесь отвозочек. Так, что у нас тут? На 1/3 заполнено. Это полное, по-моему, намедное. Расплода нет. Здесь что? Тоже полномедная. Расплода нет. Полномед. Нет. А, вот тут чуть-чуть расплодик есть. Ее пока здесь на месте оставляем. Тут тоже расплод. Их разделим сейчас, наверное. Сейчас. Тут у нас наполовину заполнено это, наполовину заполненное медом, остальное там чуть-чуть расплод. Полномедная. И крайне сейчас. Крайне что у нас? Ну, тоже полненько. Не полная совсем, на 2/3 где-то. Мы ее оставляем на месте. Итак. 2/3 полномедная, расплод. Сюда ставим полномедную. Вот. Ай-ю. Расплод. Ну это вот это полненькая. Ну и здесь заполнены на 1/3. Оставим ее тоже. Все. Закрываем. Так, ну все. Семя подготовлены к зимовке.
Сегодня 18 октября 2022 года. Температура была днем 20 градусов, сейчас, наверное, чуть поменьше. Все готово, мы все просмотрели. Теперь в следующий раз залезем в улья где-то в апреле месяце. А пока-пока. До следующей встречи. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь этим видео с друзьями.